Добрый день! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня хочу показать, как создавать цветовые палитры. Очень часто вы можете встретить в интернете, как у Pantone, так и в Инстаграме есть отдельные посты, которые собирают вот такую цветовую гамму, дают картинку и к ней подбирают цвета. На самом деле наука исследования цветов – это отдельный предмет, и для того, чтобы создавать гармоничные колористические гаммы, этому нужно учиться. Но механику процесса я могу вам показать и рассказать, как это происходит. Вы подбираете ту картинку, на основе которой вы будете делать. Картинка может быть в любом формате, но это может быть PNG, JPEG. То есть нам не обязательно нужен вектор, нам подойдет любое растровое изображение. Вот у меня есть небольшая подборка. Выбираю любую картинку, открываю ее, сохраняю картинку к себе на... Давайте сохраню на рабочий стол. Люблю через рабочий стол работать. Сохранила. Что я теперь делаю? Захожу на рабочий стол, открываю картинку с помощью Adobe Illustrator. Открыла. Вот у меня открылась картинка. Можете обратить внимание на панель «Образцы». Она у меня чистая, потому что я загрузила новое растровое изображение, и программа автоматически не понимает, из каких цветов оно состоит. Файл, новый, и создам квадратный, соответственно, заказной. Дам размер 150 на 150 миллиметров. Сразу выберу формат SMIC для того, чтобы у меня подходило для печати. Здесь оговорюсь, то, что я, в принципе, всегда рассказываю, объясняю. Если вы хотите заниматься цветопередачей на вашем экране, то вам обязательно нужно сделать калибровку вашего экрана относительно того оборудования, на котором будет печататься. И, соответственно, то оборудование, которое будет печатать, должно быть идеально настроено на передачу ваших цветов. В противном случае гарантии передачи цвета никакой. То есть это специальные полиграфические настройки. Поэтому мы можем с вами как бы у себя в голове отдать себе отчет, что то, что я вижу на экране, не факт то, что увидит на экране человек, открывший это у себя. Потому что у него может быть элементарно другая настройка яркости. И от нас это уже не зависит. Соответственно, если я делаю для экрана, я делаю так, как мне нравится на моем экране. Если я это делаю для печати, у меня, например, стоит принтер для печати, либо я заказываю в каком-то салоне, то уже я подстраиваюсь под то, как мой экран передается в данном салоне печати. Например, я часто печатаю в NetPrint, и я уже приблизительно знаю, как они передают, как с моего экрана будет передача туда, и настраиваю яркость. Но это только экспериментальным путем, больше никак. Либо профессиональная настройка. Что я делаю? Я взяла изображение, выделила Ctrl-C, Ctrl-V, вставила. Теперь я могу его уменьшить. Для того, чтобы оно уменьшалось пропорционально, тяну за уголочек и устанавливаю туда, куда мне нужно. Вот у меня получается такая вот бабочка. Могу ее сделать покрупнее, могу ее сделать поменьше. Это уже зависит от ваших конкретных целей, для чего, как и в каком формате вы это делаете. После этого беру инструмент квадрат, рисую квадратик, выделяю два изображения, правой кнопочкой мыши создать отправочную маску. Изображение подрезалось, оно не пропало, вот видно, что у него есть контур, и при экспорте, если вы будете делать безмонтажную область, оно тоже у вас так вылезет, то есть оно просто скрылось. Для печати такой вариант подойдет. Справа можете нарисовать прямоугольнички, которые в дальнейшем зальете цветом. Давайте я сейчас залью любым цветом, сереньким, да, чтобы его было видно. И нарисуем, ну скажем, у нас в гамме будет 5 цветов. 5. Распределились они у меня не совсем равномерно. Я их сейчас растяну. Что я буду делать? Я сейчас буду выбирать цвета из картинки. Например, я выберу темный. Инструментом пипетка. Как это работает? Выбираю прямоугольник, который у меня нарисован, выбираю инструмент пипетка и на моей картинке ищу тот цвет, который бы я хотела, чтобы у меня отразился. Могу несколько раз подобрать, и он у меня отразится. Получился. После этого еще один цвет. И таким образом подбираю цветовую гамму до того момента, как я пойму, что да, это действительно моя цель, то, что я бы хотела
видеть в результате. Такой подбор — это просто подбор относительно вот колористического вашего видения того, как бы вы это хотели. Можно долго подбирать цвет, можно быстро его подобрать. Это зависит от вашего уже потребности, да, того, чтобы вы хотели получить в результате. Цветовая гамма, опять же, зависит от вас. То, как вы ее распределите, то, как вы захотите ее распределить, это вопрос за вами. Можете поменять местами цвета. Ну, то есть здесь полная вариативность, стала хуже. Сейчас я верну назад. Ее создаете. После того, как вы создали эту гамму, все, вы можете теперь взять, сделать, экспортировать данную картинку с использованием монтажной области и получить вот такую готовую картинку, запостить ее, например, в Instagram. Если вам нужны сразу цвета по Pantone, хотите подобрать реальные цвета, берете бумажный каталог Pantone, распечатываете картинку и выкладываете те цвета, которые вам нужны. Вот это гарантия того, что цвета будут совпадать. Если же вы хотите помучиться, поиграться и посмотреть, что у вас получится на экране, то в библиотеке образцов у нас с вами есть Pantone. Сейчас я вам их покажу. Вот они, каталоги цветов, и вот здесь есть Pantone. CMYK Coated, CMYK Uncoated, но здесь нету TPX-овского разрешения по умолчанию. Соответственно, если вы хотите, чтобы у вас отражались Pantone TPX, то вам нужно поставить дополнительное разрешение. Можно настроить, что это будут большие миниатюры с кодом. Как видите, это не TPX, это другая кодировка Pantone, их достаточно много. И, соответственно, глазометрически подобрать те цвета, которые вам подойдут. То есть просматриваете каталожик и по нему подбираете цвета относительно того, что у вас действительно получилось. То есть, вот, ну, давайте пример покажу. Сиреневый, да? Я буду искать сейчас сиреневый оттенок. То есть я пробегаю до сиреневой гаммы и буду уже подбирать тот оттенок, который действительно будет максимально близкий к тому, что я отражаю. Но опять же, гарантии того, что этот оттенок при печати будет соответствовать, никакой. Поэтому в моей практике, когда мы рисовали принты, когда мы создавали какие-то колористические моменты, делается так, чтобы на печати получалось приближенно, и, как правило, этот цвет не по Пантону, а после этого берется бумажный каталог, и по нему прописываются номера понтонов согласно этому бумажному каталогу, где хорошо они отпечатаны. Ну, либо каталог с пластиком, либо каталог TCX, который на хлопке напечатан, в зависимости от вашей потребности. То есть вот я предобрала приблизительно похожий оттенок, и я могу подписать, что этот цвет будет понтон P994C. Если мне нужна кодировка этого понтона в CMYK, я могу ее всегда вот посмотреть. Двойной клик я сюда сделаю, и вот он у меня открылся. Соответственно, кодировка в RGB. Цвета — очень тонкий момент. Обязательно понимайте, для чего вы это делаете. Если просто красивая картинка в интернете, можно и не переморачиваться с понтонами. Если нужно это потом для печати, например, вот такая гамма у меня будет в коллекции, либо из такой гаммы я буду выпечатывать принт, то да, действительно, я потом для себя это распечатаю. Ну, либо прям с экрана. С экрана не очень люблю подбирать, потому что все-таки экран — это свет, а печать — это цвет на бумаге. И уже буду подбирать цвета относительно того, какие существуют в Pantone, и как они мне будут гармонировать. На этом все. Будут вопросы, обязательно пишите. Пока-пока.